Время, место рассмотрения всем правонарушения. Сейчас посмотрим ваше, ваше объяснение. Ходатайство. А еще какая-то угроза, что ли? Поведение мое? Это не угроза. Вы что напишете, то будем принимать дальше. Будем плясать от этого. Ага. Вам разъясняю свои права. Плясать вы имеете право знакомиться со всеми материалами дела. Я еще немецкий знаю, еще украинский знаю, английский немного. Тоже давайте напишем. 54-й. Да ладно! Да, до 80 тысяч штрафов. То видео, да ладно! Вы выложили на ютубе, уже составляется материал подачи. Хорошо, а давайте все. Давайте, вы дописали? Вызовите ответственного. Я прошу по закону прислать ответственного. Конфликтная ситуация с сотрудником. А присадитесь еще раз тогда, пожалуйста, я не помню. Как вас зовут? Еще раз сообщите, пожалуйста, как вас зовут. Номер жетона. Слышу. Представьтесь, пожалуйста, еще раз, чтобы я знал, на кого писать заявление. Представьтесь, пожалуйста, еще. Захарец, да? Звание какое у вас? Капитан полиции Захарец. Хорошо. Я понял, что вы мне отказались помочь. До свидания. Я слушаю. Место работы ваше. 51-я статья Конституции. Не работаю вообще. 51-я статья Конституции. Я так и ответил. Если вы напишете другое, я так и напишу, что вы написали то, что я не сообщал. Телефон ваш. 51-я статья Конституции. Я боюсь вас. Зачем я вам буду адрес свой, место работы и телефон сообщать? 51-я статья Конституции это не предоставил. Да успокойтесь, пожалуйста, уже. Мне кажется, вы не понимаете вообще, что вы сейчас делаете. Давайте посмотрим, что там. Вперед! Отойди, пожалуйста. Включи запись. Сейчас, подождите, все будет смешно. Да, на всякий случай приготовь. Евгений Андреевич, нашли вас основной протокол по 25, часть 1. Направляйте сразу в одно средство, на территорию запрещено складываться в одно средство. Почетче, пожалуйста, говорите. Действия огнетушителя. Ага. Ознакомьтесь с протоколом, пожалуйста. Угу. Ух, как прям строго все. Это не строго. Давайте теперь по порядку. Во-первых, вы должны были меня ознакомить с 51 статьей Конституции. Я ознакомлю сейчас все вас. Вы должны были до составления административного материала ознакомить меня. Это, во-первых, со всеми моими правами ознакомить. Во-вторых, сейчас сотрудник полиции производит незаконную видеосъемку. Если бы он хотел это сделать законно, он бы предупредил меня об этом. Он этого не сделал. Соответственно, прошу вас сейчас принять все меры, чтобы привлечь вот этого сотрудника к ответственности. Прямо сейчас, не отходя от кассы. Давайте, я жду. От какой кассы? Ну, от какой кассы? Это образное выражение. Я сейчас разъясню вам правообязанность сначала. Я даю вам протокол. Я напишу там. Понял, что вы безграмотный. Я почитаю сам все напишу. Так, давайте. Не надо мне унижать здесь. Я хорошо? Не унижаю вас. Давайте. Я же не говорю, что безграмотный вы. Давайте я почитаю. Давайте. Я себе все разъясню. Вы не даете мне уже почитать. Я сейчас покажу вам. Вы уже поздно, понимаете? Это вас не спасет уже. Вот хорошо, что он пишет эту видеозапись, начальнику покажете. Угу. Время составления протокола 23-22. Угу. Моя должность, ваша фамилия, имя, отчество, где проживаете. Суть административного правонарушения. То есть 20 минут вы составляли? Ладно, давайте дальше. Попутьте, пожалуйста. Угу. Я спокоен. Время, место рассмотрения всем правонарушения. Сейчас посмотрим ваше объяснение. Еще какая-то угроза, что ли? Поведение мое? Это не угроза. Вы что напишите, то будем принимать дальше. Будем плясать от этого. Ага. Вам разъясняю свои права. Плясать вы имеете будете. Право знакомиться. Хорошо. Материалом дела, заявлять ходатайство, отводы, услугам переводчика, юридические помощи. 51-я Конституция гласит, никто вас не обязан связать против себя, против близких родственников, круг, который ограничен законом. Близкие родственники это родители, дети. Все, я могу читать? Да, читай. Здесь непонятно написано, что тут. И я. Вот первое. Я. Инспектор. Вот это ДПС. Отдельный рота ДПС ГИБДД, МВД России по городу Ноябрьске. Лейтенант полиции, Франк Александр Витальевич. Вообще неразборчиво написано. Я не понимаю, что там написано. Ладно, хорошо. Михеенко Евгений Андреевич. Да. Ага. Русским языком. Владеете?
Ну вы же уже написали, что я владею. Владеешь, конечно, владею. Да. Прям так уверены в этом, да? Да. Я еще немецкий знаю, еще украинский хорошо, знаю, хорошо. Английский немного. Тоже давайте напишем. Гражданство Российской Федерации. Ладно, я сказал, что я гражданин. Ага. Дайте мне сразу ручку, я буду писать. Хорошо? Так, здесь не надо исправление делать. Это не ваша графа. Не моя графа? Да. Вы сейчас написали, во-первых, не то, что я вам сообщил, во-вторых, неправильный адрес указали. И я не должен этого писать? Не можете здесь писать. Как вот, это я не могу здесь вот писать? Ваша графа. Пишите объяснение по поводу вашего нарушения. Дайте мне листик, я напишу на отдельном листе А4. Что напишите? Объяснение? Фактическое проживание. По месту. Чего? По месту регистрации. Откуда у вас опять же эта информация? Информационная база ГИБДД. На каком основании вы пользовались информационной базой ГИБДД? Это мои полномочия. Полномочия у вас есть для этого? У меня есть пароль, который я своим паролем ввожу в информационную базу ГИБДД. А что же вы тогда улицу неправильно написали? А? Там написано... Какой подвох-то, какой вышел, а? Евгений Андреевич, написано улица Школьная. Я не знаю, что там больше написано. Знаете, на улице Школьной, дом 5, стоит школа. Не знаю. Что написано? А я живу... Хопочки какой вышел-то, конфуз-то, а? И что? Я смотрю по информационной базе. Такой ладно, читаем вышел. Дальше. ВАЗ-21. Так, стоп, вот это что? Водительское удостоверение. А я не помню наизусть. Дайте мне водительское удостоверение, я сверюсь. Правильно вы написали или нет? Я правильно написал. Ну я не верю, что вы правильно написали. У меня есть основания вам не доверять. Смотрите. То есть вы даже не хотите мне в руки мои я права отдать? Не нужно еще для заполнения. Да. 19-18. Мешает без сигареты, хочу. Я не успел еще посмотреть. Даже права мои забираете, уже не даете посмотреть. Какое основание у вас есть права забирать? Ваши права никто не забирает. Это да, мои права на право на управление транспортными средствами. Написано вот транспортным средством. Так. Принадлежит. Стоит на учете. Туровский район. Что здесь написано? Сургут-Салехар. Да, 205 километр. Ага, вот здесь вот так непонятно. Совершил нарушение. Ага. Так. С мобилем. Условия чего? Запрещена эксплуатация транспортного средства. Срок действия огнетушителя. То есть из огнетушителя срок запрещена эксплуатация? Ответственность, за которую предусмотрена первая статья. Статья 1, 12.5, часть 1. Объясните мне что-то, я не знаю, это что-то. Статья 12.5, часть 1. Перечень исполнительного транспортного средства входит. Часть 1, тут написано статья 125. 12.5, часть 1. Здесь нет запятой. Там запятой хорошо. Не ставится. Не ставится. Не ставится, там ставится точка. То есть разницы, ну хорошо, тут я точки не вижу. Ну, если не видите, я не знаю, это ваш... То есть вы сейчас меня пытаетесь убедить, что у меня проблемы со зрением? Вы видите, чтобы я в очках, что ли, был? Да читайте дальше. Это вы сейчас меня унижаете? Чем я унижаю? Слепы вы меня сейчас назвали? Так, свидетели. Сведения о свидетелях потерпевших. Свидетелям. Потерпевшим. Понятно. Так, место. Вот ты не... Объяснить лицам решение, которых вы знаете. Объясни мне ваше. По поводу решения. Хорошо. А вы сказали, что я могу ознакомиться с материалами по делу, да? Ознакомиться? Я не вижу, на каком основании вы выявили это правонарушение. Мы же сами показали. С чего я вам показал? Протокол досмотра какой-то был. Что? Рапорт был. Основания у вас были для досмотра? Чем я обязан? На основании какого пункта? Сослитесь на закон, сослитесь. Неисправность транспортного средства. И что? Пункт 7.7. Перечень неисправности транспортного средства. И что? Там написано, что я обязан вам огнетушитель показать? То есть там состояние должно быть. Мы имеем право проверять это. Где? На основании чего вы имеете право? Сослитесь на закон. Дальше пункт. Пункт. Какой пункт? В котором написано, что вы имеете право смотреть мой огнетушитель. Читайте дальше. Нет такого пункта. Хорошо, нету, нет. Для вас нет. Что дальше будем делать? Я хочу увидеть рапорт. Вы можете, протокол досмотра. Вы можете обжаловать в течение 10 дней, наверное, протокол. Вы, по-моему, старше по званию, да? Да.
Тогда ходатайство у меня к вам. В устной форме принимать, да? Прошу вас отменить вот это вот протокол вот этот, потому что административного факта административного правонарушения не выявлено, так как документально он не подтвержден. Рапорт, протокол. На каком основании сотрудник полиции оказался у меня в багажнике и смотрел огнетушитель? Мою личную вещь. Вы ему сами открыли багажник? Я ему открыл багажник. Я ему не открывал видео багажник. Ведет видеозапись вокруг здесь. Что? Хорошо, я не открывал вам багажник. Я что ли открыл? Я открыл себе багажник. Ну, хорошо, вы открыли, мне показали. Ну, на основании чего вы смотрели? Основание перечня неисправности транспортных средств, которое должно быть. На основании перечня неисправности транспортных средств не дает вам право смотреть огнетушитель. Товарищ полицейский, почему вы не учите законы? Вы ознакомились с протоколом сначала, давайте ознакомимся с протоколом. Хорошо. Ответственный-то приедет, кстати? Ну, позвонили же вы. А вы? Мы тоже звонили. И что вам сказали? Ожидайте? Ожидайте. Да? Давайте дождемся. Давайте тогда ответственного дождемся, и я все подпишу. Дождемся ответственного. Мы доложили, они примут меры. Мы дождемся ответственного, и все разберемся. Все. Я дождусь ответственного, и при ответственном распишусь. Ознакомиться будете? Я ознакомился. Жду ответственного. Будьте ознакомиться. Я ознакомился. Я написал, отказался. От чего отказался? Ознакомился. Я ознакомился. У меня 4 свидетеля и видеокамера. Две видеокамеры. На основании которых видно, что я ознакомился и сообщил вам, что хочу увидеть ответственного, и после этого я буду писать. Мы доложили ответственного. Ну так давайте подождем ответственного, я все заполню. Мы подождем, пока мы выйдем. Пусть ответственный приезжает. Хорошо, давайте делаем так. Что делаем? Я объяснение пишу, мне не дадите написать? Пишите, да. Не дадите написать? Пишите. Будете в руках держать? Конечно. Хорошо. Все, предусмотрите нарушение. Где будем? Вы доверяете мне рассматривать? Нет, конечно, вам не доверяю. Так вы мне уже угрожаете тут. Когда давайте рассмотрим. По месту жительства будем рассматривать. Хорошо. Когда дальше по месту жительства? Да. Которое я вам не сообщал. Что отношение вас с нами протокол? Хочешь тихо отношения? Которое возможно важно с каким правонарушением будет. Так. Вам правообязательно разъяснил уже. Не разъяснены. Листик А4. Ходатайство буду писать. Хорошо. За копию протокола. Вы протокол. Мне не дали копию. Я отдам протокол. Вы хорошо. Копию мне дадите хорошо. Сначала, а потом я распишусь. Где будем рассматривать дело? По месту жительства. Или по месту совершения? По месту жительства. Имею полное право. Хорошо. Сейчас я вы ходатайство по месту жительства? Да, но только я дайте я напишу еще на отдельном листе А4. Дадите на чем написать? Ручку дать? Ну, ручку, да, там подложить ничего не дадите. Материал-то не домой. Что мне написать здесь можно? Ну, объясни по поводу нарушения ваше. Объяснение? С чем-то не согласны. Ну, вы хотите, вы же написали, объяснение прилагается на отдельный план. Сегодня уже первое, да, получается? Уже, да, 8 минут. Да ладно. Да. Но уже первое. Крайне гордюсь. Для чего вам эта информация? Для протокола. Не нужна вам эта информация для протокола. 51 статья Конституции. Надо сфоткать. Есть память, но я тебе да, с фоткой-то у меня это, да, память уже все закончилась. С этим, свет включи. Так что, по-моему, ходатайство вынесли? Евгений Андреевич, решение. Я определение об отказе удовлетворения ходатайства направить в Куровский район, который имеет для рассмотрения. Вынес решение на месте. Определение об отказе. Ознакомьтесь, пожалуйста. Не ходатайство. Где собранные материалы, на которые вы ссылаетесь здесь? Собранные материалы являются достаточными. Где собранные материалы? Имеется фотографии огнетушителя. Что еще нужно? Это достаточно. Откуда вы этот огнетушитель взяли? Из кармана?
Откуда вы взяли этот огнетушитель? Вы сами показали. Сколько можно разговаривать с этим? Ну, протокол досмотра где? Рапорт? Протокол досмотра. В рапорт, в котором написано, что я смотрел, Михеенко мне сам показал. Где рапорт? Какой рапорт? Ну, на основании чего у вас оказалась моя личная вещь в руках? Вы сами показали вам. Украли? Мы сейчас завладели чужим имуществом, вы понимаете? Уголовная статья. А кого она, имущество это, чужое? У кого находится она? Где мой огнетушитель? Я не знаю, где ваш огнетушитель. Я брал вас в руки. Брали. Ну, потом что? Вернули? Брали. Вернули. Видеозапись ведется? Ведется. Зачем вы его брали в руки? 360 градусов, да, видеозапись. Для чего вы брали его в руки? Я посмотрел огнетушитель. У вас есть допуск. Сказали. Покажите мне тогда, знаете что, документ, который дает вам право быть экспертом в проверке огнетушителей. Я так понимаю, это специальные я органы даже. Мне этого не предоставили, что я эксперт. То есть вы сейчас занимались самоуправством, правильно я понимаю? Превышение должностных полномочий. Так? Считайте, как хотите. Это ваше мнение. Ну, ваш коллега, я думаю, также считает. В отношении вас вынесено постановление. Ага. По делу административного правонарушения сумма штрафа вынесена 500 рублей. Дается 10 дней обжалования данного постановления в вышестоящей станции, мировом суде, городском суде, ГИБДД города Ноябрьска. В течение 20 дней оплачивает половину суммы 250 рублей. За неуплату штрафа предусмотрено административное наказание в виде удвоения штрафа обязательных работ и для административного ареста. Это статья 20.25, часть 1. Как вы мне вынесли постановление, если я не согласен с правонарушением? Моих полномочий вносит решение. Протокол сначала. А где протокол? Вот протокол. Вы же ознакомились уже с протоколом. Да, постановление. Постановление вынес отношение вас. Так где оно? Где постановление? Распишите, пожалуйста, это вынес отношение вас материал. Вот здесь. Автодороги 42-42, 265 километре. Протокол прилагается. Решение 23-65. Копию мне постановление дайте. Сейчас я дам, подождите. Сначала протоколом ознакомьтесь, распишитесь. За копию здесь врачу распишитесь, что отношение вас вынесено. Постановление. Держите. Сейчас я протокол дам, а потом постановление. Ну, не согласен. Здесь роспись, ну ладно, хорошо. Не согласен. Копию дайте мне. Распишитесь. Вы мне копию дали? Я дам копию сейчас. Распишите. Сначала дайте мне копию. За копию распишитесь. Вы сейчас не пытаетесь... За копию распишитесь. Служебный подлог копию. Сделать, что ли? Какой служебный подлог? Вы документ мне не дали, а я должен за него расписаться, что ли? Сначала распишитесь, потом дам копию. Нет, пока вы мне копию не дали, я не буду расписываться. За копию распишитесь, пожалуйста. Когда копия у меня будет в руках, я распишусь о том, что я ее получил. Распишитесь, пожалуйста. Я ее не получил. Она самокопирующая бумага здесь. Я не получил копию. Я распишусь и там, и там. Ну хорошо. Вот. Расписывайтесь. Копию мне в руки за дайте. За копию распишитесь. Мне копию в руки дайте. Она у вас еще находится. Держите, вот расписывайтесь. Дайте вот ее мне. Я вот здесь распишусь. Здесь расписывайтесь. Расписывайтесь здесь и здесь. Дайте мне ее в руки. Она у вас еще. Давайте, все. Так, подождите, расписывайтесь, потом берете. Вы мне ее не отдали, как я буду расписывать? За копию распишите. Я не получил ее в руки. Вы мне ее не отдали. Вы что начинаете исполнять-то здесь? Я закон здесь сейчас соблюдаю. Распишите, получаете. Здесь написано, копию протокола получил. Вы видите, чтобы я копию протокола получил? Вот он. Так, дайте ее мне, дайте. Здесь распишите. Вот сложно дать ее, что ли? Здесь распишите. Здесь, смотрите, для вас пишу. Автограф свой. А вот теперь все по закону. Что потому я что самокопирующая бумага остается. И что? Это уже не мои проблемы, что у вас там как-то сложности с самокопирующейся бумагой. Это постановление, отношение, которое вынесли. Ага. С нарушением согласия, не согласен. Роспись. За копию роспись. Я уже объяснил, что в течение 20 дней можете оплачивать половину суммы. Ага. Тогда я тебе прочитаю сначала. Это что вы там написали? То же самое. То же самое. Ага. Время нарушения ваше. Опять не предупредили вы, кстати, меня до съемки. У меня еще два заявления будет и ходатайство. Ленка, что тут написано? Кровин такой, то правило транспортно-советской. Вопрос можно задать? Как вы вынесли постановление, если вы мое объяснение еще не прочитали, что там написано? Я уже прочитал. Который я сейчас написал от руки? Да. А там написано, что у меня есть документы, подтверждающие то, что огнетушитель свежезаправленный. И то есть этот факт вас не смутил? Вы мне предоставили? А вы спрашивали? Нет. Нет, ничего. Да действительно, зачем? Просто хочу и штрафую. Есть срок годности, анализ там. Да? Да. Разве? А вы эксперт в этом? Я не эксперт, еще раз говорю. Ну, я думаю, Следственный комитет проверит у вас лицензию на проверку огнетушителей. Хорошо. Так.
нарушением слова? Конечно, не согласен. Я вам об этом несколько раз говорил. Угу. Вот это что? Копию постановления не получал. Разъясни вам, как чем-то с ним можете оплачивать. Ну хорошо, вот спрошу. Сейчас вы исправились. Угу. Дата вступления. Дата вступления. Он не вступил в закон силу. Через 10 дней вступит, тогда он... Вам дается 10 дней обжалования, 60 дней под штрафа. Я же говорил вам. Здесь распишите. Дайте мне копию. Пожалуйста. Аккуратнее с листиком. Что, листиком меня порежете? Что-то темно вдруг стало. Еще раз. Вот за что? За то, что не согласен. Угу. Кредитов не берешь. Ты, ну что, с кредитов на меня оформят? Ничего не оформят. Два заявления у меня. И ходатайство. К вашему руководителю, я так правильно понимаю, да? Какое ходатайство? Ну, я ему сообщу, какое ходатайство. Заявление какое? Письменное. И два заявления. Я уже с этим сотрудником, можно пообщаюсь? Вам, к вам доверия никакого абсолютно нет. Как удобно на ниже стоящих по званию спирать. Ходатайствую вам. О том что? О том что? Пишите ходатайство. Ну, угу. Может, вы могу принести, раз напишите, если напомните. Нет, ну, я хочу еще копию с того, с того заявления, которое я вам подавал, на которое КСП еще не сообщили, тоже сделать. Я знаю, что сообщено, мне дежурная часть сообщила, но я хочу КСП получить и хочу сфотографировать его. КСП? Езжайте, дежурная часть, не КСП вы обязаны мне сообщить это раз, во-вторых, я могу ознакомиться с материалами по делу и хочу сделать фотографию того, что вы до этого писали. Хорошо, ходатайство. Прошу вас. Постановление, номер. 188. 1-0-0. Успеваете? Да-да. А также протокол 89. Отменить. Написали? Кто может отменить его? Вышестоящее руководство. Да. Вот, вышестоящее руководство. Вы пишите, пожалуйста. Руководство. Вам руководитель сказал писать, вы пишите, пожалуйста. Это вышестоящее руководство, это начальник. Вы отказываетесь принять, отказываетесь принять ходатайство. Я еще раз говорю, отменить материал может только... Письменно, пожалуйста, мне ответ дайте. Мы письменно начали писать ходатайство. Письменный ответ мне давайте, чтобы вы отказались принять это ходатайство. Либо отказались удовлетворить. Хорошо? И там укажете то, что это руководитель ГИБДД должен писать в письменной полномочия. Бумажке. Ваши полномочия входят рассматривать ходатайство и давать по ним ответы. Пожалуйста, я вам оставляю ходатайство в письменном виде. Ответьте мне, пожалуйста, прямо сейчас. Заявление какое вы хотите сделать? Два заявления. Первое. Закрой окошко, Сашка. Прошу вас принять все меры. Чтобы привлечь к ответственности сотрудника ГИБДД нагрудный жетон 890213. Можете дописать свое имя, фамилию, отчество, если есть место. Вы что заверяли об этом? Который занимался самоуправством и превышением должностных полномочий после того, как остановил мой автомобиль. Следующее заявление. Прошу вас привлечь к ответственности экипаж автомобиля. Пишите госномер свой. Чего госномер? Автомобиля служебного, патрульного. Который в нарушении приказов МВД стоял, спрятавшись от участников дорожного движения. С севера, когда едешь на юг, вас не видно, вы стоите за домиком. Вот за вот этим вот каким-то фундаментом или сооружением. В армии служили? Я служил. Какая разница? Служили, нет. Какая вам разница? Да? Что такое? Я в ФСБ служу. Устраивает вас такой ответ? Вы не различаете дзот от какого-то фундамента, что ли? Я сейчас вижу конструкцию какую-то, которую вы закрываете половину своим делом.
Это разные вещи. Вот-вот, снимите, снимите. Где, да? Не несет, ебать. Если с той стороны хоть как-то можно вас увидеть, то с этой стороны, вот двигаясь с севера, вас не видно. Это нарушение приказа МВД, так? Так. Вы сейчас пыль пихаете, ребят. Угу. Телефон, дай сфоткаю. Сот, блядь, это, сука, бронелист. Все, жду к 3 КСП. Давайте не... И дайте сфотографирую, пожалуйста. Я скажу, блядь. Это заявление? Да, ваше, которое вы заявление написали, я хочу посмотреть потом. Зонд, это для пулеметчика. Прокуратуре, чтобы потом не искать, чтобы я сразу показал прокурору, в Следственном комитете сразу все это было. Читаем? Да, все читаем. Жду КСП. Евгений Андреевич. Я знаю, что вам нужно минут 10. Если будете выкладывать в социальную сеть, ага, нашу видеозапись, ага, она может только может быть доказательной базой в суде или при рассмотрении жалобы. Вы будете привлечены ответственностью. Хорошо. Я вас услышал, товарищ полицейский. Да? Товарищ полицейский, у меня еще одно заявление к вам. Да. Опять ваш коллега будет записывать, да? Тогда пишите. Прошу привлечь сотрудника полиции нагрудный жетон 890213, который нарушение федерального закона о полиции, нарушение Конституции. Превышая свои должностные полномочия, запрещал мне производить видеосъемку. А где запрещал-то вам? Ну вы... Вам никто не запрещал. Выкладывать. Хорошо. Было... Запрещал мне выкладывать. Хорошо. О том, что выкладывать. Запрещал мне выкладывать. Вы хорошо, хорошо, хорошо. Я неправильно сказал. Административная ответственность. Вы будете... Назовите статью. Как это? 154-я. 154-я. Да ладно! Да, до 80 штрафов. Да ладно! Вы выложили на Ютубе, уже составляется материал подачи в суд. Хорошо, подавайте в суд. Давайте, вы дописали? Дописал. Давайте я сфотографирую. Я жду 4 КСП. Можно мне? Не успел сообщаться в 30-дневный срок. Куда мне сообщить? Все, блядь, это укрытие. Вам по адресу вышел. Мы? Да. А какой вы адрес записали? Вы наизусть запомнили? В гости приедете? Приезжайте. Хорошо. Не зови. Не печально, а ехали. Пришел уже в негодность этот листик, я вижу. Подождите, я посмотрю, хорошо видно или нет. Вы даже там не дописали ничего. Идите патрульный автомобиль, будьте... Вы ничего не дописали. Материал не буду, подождем держать его. То есть вы еще мне условия ставите, да? Я не условия не ставлю. Всего хорошего. Да? Встретимся. Увольняйтесь. Пишите рапорт на увольнение, пока не поздно. По добру, по здорову. Угу. Так, посмотри, ты можешь их снимать. Женя, ГЗОТ – это укрепленное место для установки ручного пулемета станкового. Угу. Ебать, ты че мне разве? ГЗОТ, блядь, ты че, дур... Давай, дай я сфоткаю еще, как они стоят, ГЗОТ, чтобы скинешь мне. Да. Ирай. Давай быстренько, ГЗОТ, то сваливай. Стрелку назад, да. Можно и не заметить. Вот этот товарищ. Все заявления приняли? Зарегистрировали? Ответят вам? Да, ответят. Так я сейчас КСП попрошу на все 4 заявления. Спросите. Угу. Ну хорошо. Это проверим. Проверяйте. Двигаемся. И тут хобана. Ничем не прикрывают. Вот здесь не прячут, здание, вот здесь здание, деревья. Здесь тоже здание и еще здание. Вот видно, с всех сторон, кроме задних сторон. Ну туда примите быстренько обращение, я поеду. Да.